Каноэ Спорт, привет! Я Ромасенко Олеся, нахожусь на чемпионате Европы в Польше, городе Познань. Выиграла две медали, первое и второе место на дистанции. Одиночка 200 и двойка 200 с напарницей Андреевой Ириной. Вот. Довольна своим прохождением и в одиночке, и в двойке. Скажу так, по дистанциям. В двойке было, конечно, мне немного проще, легче идти, проработать эту всю дистанцию. Она закончилась вот так, как и началась, быстро и незаметно, и золотой медали. В одиночке мне было ехать немного сложнее, так как она была через 2 часа после двойки. И, наверное, все-таки сказалась такая небольшая легкая нотка усталости, но я к этому была готова. И, скажем так, мне, наверное, больше не повезло, потому что я не очень удачно взяла старт, я немножко уперлась в ловушку и, наверное, дала соперницам своим преимущество. Где-то больше-меньше, но я думаю, это сыграло свою роль. По крайней мере, между третьим и вторым местом это было решающее значение. Вот, и мне понравилось прохождение. Я сделала все, что могла, то, что работала на тренировках. Вот, и однозначно я сейчас не на пике своей формы, потому что у меня все-таки основные старты будут через 10 дней на чемпионате России, где будет отбор на Олимпиаду 2020 плюс 1 в Токио, в городе Токио. Япония. Это, конечно, приоритет. Вот. Спасибо всем, кто за меня болел, поддерживал. Мне очень приятно. Отдельное спасибо моим тренерам, Виталию Станиславовичу Михайловскому, Адаеву и всем, кто мне помогал. Это молодежная команда с Владимиром Васильевичем и федерация. Спасибо большое. До свидания. Всем успехов и удачи в дальнейших соревнованиях и в организации. Вот. Пока-пока.